Доброе утро! Рубрика «По вашим письмам» приветствует всех, кто в этот ранний час не спит. Мы продолжаем отвечать на самые важные ваши вопросы. Первый сегодня от Галины Ивановны. «У меня зять афганец, живет с семьей в общежитии. Ему давали сертификат на жилье, но он отказался. Сейчас пожалел об этом. Куда нам обратиться?» Галина Ивановна, не переживайте, ситуацию еще можно исправить. Послушайте внимательно. В данном случае, если человеку предлагали получить жилищный сертификат, но он отказался от его получения, а сейчас передумал и желает получить сертификат, ему надо подойти в управление жилищных отношений, написать заявление о том, что он хочет получить сертификат. Его учетное дело, копия учетного дела будет повторно направлена в Министерство социального развития Пермского края для издания распоряжения правительства Пермского края о получении сертификата. То есть при наличии денежных средств и с учетом очередности ему сертификат будет предоставлен повторно. Возможность получения сертификата будет предоставлена повторно. И еще один важный вопрос сегодня от Ольги. Мой ребенок с сентября должен пойти в садик. Скажите, когда можно будет получить путевку? Ольга, списки по итогам комплектования групп детских садов уже есть в районных отделах образования. Также вы можете посмотреть их через интернет на дошкольном портале города Перми. Найти его легко через любой поисковик в интернете. Совсем скоро начнется и выдача путевок. Выдача путевок по итогам комплектования начинается в отделах образования по месту жительства с 6 июня. Обязательно родителям надо подойти с 6 по 17 в этот промежуток в отдел образования с паспортом и со свидетельством о рождении и получить путевки. Путевки будут выдаваться ежедневно с 9 до 18 часов. Хочу обратить внимание всех родителей, чьи малыши должны в этом году получить путевку в детский сад. Если в период с 6 июня по 17 июня вы будете в отпуске или по каким-то другим причинам не сможете подойти в отдел образования, необходимо, чтобы за вас это сделал кто-то другой, любой родственник. Все невостребованные путевки будут распределены среди детей более младшего возраста. Если и у вас есть вопросы, пишите. Электронная почта утро@рифей.ру, телефон информационно-справочной службы 2-633-100, абонент «Утро». А я, Светлана Лорханидзе, желаю вам удачного дня. Берегите себя.